Объявлена дата мировой премьеры фильма студии Walt Disney «Рождественская история». Первые зрители смогут увидеть новый трехмерный в TD снятый проект режиссера Роберта Земекиса, экранизации классического произведения Чарльза Диккенса «Christmas Carol» уже 3 ноября 2009 года в Лондоне, а 5 ноября картина выйдет в широкий прокат в России, в том числе, конечно, в Москве. Я хочу, чтобы вы ощутили атмосферу презентации этого фильма, которая прошла еще в жарком мае на Каннском международном кинофестивале в отеле «Карлтон». Все ожидали звезд фильма: Джима Керри, Колина Фёрта и, конечно, режиссера Роберта Земекиса. На приеме публика попадала в атмосферу викторианского Лондона. По залу бродят дамы и господа, пришедшие сюда прямо из романов Диккенса. Джим Керри играет в фильме сразу несколько ролей, в том числе, конечно, знаменитого Скруджа. Дорога на пресс-конференцию вела по длинному коридору, заполненному таинственным синим светом и клубами белого пара. Зрители увидели несколько фрагментов, снятых в трехмерном изображении. Я должен сказать, это очень сильное впечатление. А вот прибывают и звезды: Колин Фёрт, Джим Керри, Роберт Земекис. Seems the magic slipped away.
We find it all again on Christmas Day.